А затем все кончилось. Со смертью архидемона Орда окончательно распалась. Враги бежали на глубинные тропы. Они останутся угрозой и в будущем. Однако мор закончился, не успев начаться. Ферелден был спасен, и страна с ликованием встретила свою королеву. Серые стражи были оправданы, и началась новая эра. Но какой ценой? Друзья мои, мы собрались, дабы чествовать тех, кому обязаны нашей победой. Из тех же, кто защищал от порождений тьмы осажденный Денарим, особенно заслужил признательность один воин. Тот, что возглавил атаку на архидемона и убил его, сейчас по-прежнему с нами и вдохновляет своим примером всех, кого он спас в этот день. Дамы и господа, перед вами Серый Страж, который впервые за 400 лет после Гараэла победил мор. Серый Страж, трудно представить более важную услугу, чем та, которую ты оказал Ферелдену. Думаю, будет только уместно, если я достойно награжу тебя. Какой награды хотел бы ты попросить у королевы Ферелдена? Знайте все, что Хоу отныне лишены своих титулов и всего состояния, и что будет расследована их личная причастность к нападению на Хайвер. Сам же Хайвер будет возвращен твоей семье, точнее, твоему брату Фергюсу, которого отыскали живым и невредимым недалеко от диких земель Каркари. Знайте также все, что Эрлинг Амарантайн, некогда земля Эрла Хоу, ныне безвозмездно передается Серым Стражам. Там они смогут возродиться, вдохновляясь примером своих предшественников. Каковы твои планы? Ты останешься у Серых Стражей? Уверена, что они обрадуются, узнав о твоих намерениях. Группа восторженных граждан Ферелдена с нетерпением ожидает снаружи, чтобы хоть одним глазком глянуть на своего героя. Советую тебе показаться им хоть на минутку, пока они не взяли штурмом ворота. Когда будешь к этому готов, просто скажи стражнику у двери. Вы готовы, милорд? Толпа снаружи уже беспокоится. Хорошо, сейчас я вас туда отведу. Следуйте за мной.